хотим обратиться дом проспект Победы 3 и между Ленина 56А, то, что у нас заброшенный очень двор. Неоднократно мы обращались к депутатам, писали письмо, но ответа так и не было. Можете обратить внимание вот на этот мусор, эту вот площадка детская, которая вообще заброшенная. У нас такая территория большая, все заброшенное, ничего не принимает, никаких мер вообще. Еще хотим обратить внимание вот на это круговое движение. У нас то собак сбивает, то ребенка вот прям позавчера чуть не сбили, мальчик. Вышел с подъезда, несся таксист какой-то. Это ужас какой-то. Ну почему круговое движение? Никаких знаков нету. Это что это такое? Вот мои окна. Я подхожу, и что я вижу? Я целыми днями смотрю только на этот грязный мусор. Звонила в домоуправление 2. Говорю, почему не убираете деревья? Мусор-то этот подъезжает, увозит. Вот. А деревья нет. В прошлом году устроили здесь пожар. Я в 4 часа ночи тушила этот пожар. В этом году опять та же петрушка. Пожалуйста, уберите у нас здесь мусорку. Ей здесь не место. Дети, это же невозможно. Каждый день дети здесь лазят в этой грязи. Никто на нас не обращает внимания. Мы уже вот каждый год мы звоним. В том году позвонила я вот кое-как туда, в администрацию. Приехали, на другой день приехали, там Наталья Викторовна какая-то помогла, слава богу. Ну, в этом году опять бьемся. Ну, что ж, мы каждый год вот так просим, прям умоляем, и никто ничего.